Мы запустили в пятницу фонтан Петя и Гаврик, который начали еще в прошлом году, но, к сожалению, в прошлом году не успели. И вот сейчас уже к Дню защиты детей открыли этот фонтан. Фонтан по финансовому состоянию обошелся в пределах миллиона, но сделано очень много работы. Практически нам пришлось полностью разбирать весь постамент, снимать сам памятник Пете Гаврику, потому что, ну, когда мы только приступили к работе, он буквально рассыпался. Поэтому работу провели большую. Если вы уже видели и обратили внимание, поставили около 7 форсунок, подсветку. Сейчас фонтан действительно заиграл. И это место действительно сейчас привлекает наших одесситов. Но, к сожалению, вандалы как были, так и остались. На сегодня утром мне доложили, что уже 2 форсунки сломали. И сейчас наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстанавливать. Поэтому, ну, это, будем так говорить, ежедневная работа наша. Поэтому я думаю, что это мы исправим. Но большая просьба к одесситам и гостям города бережно относиться к нашим памятникам, к нашим фонтанам, потому что это все делается для нас, для горожан. И чтобы наших одесситов и гостей города радовали наши фонтаны.